Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить трикотажную двойную шапку для дочки. Для того, чтобы шить шапку, необходимо померить окружность головы и от лба до затылка. Это будет высота шапки. У меня есть отрез рибаны, и именно из него я буду шить шапку. Выкройку буду строить сразу на ткани. И для начала мне необходимо вырезать прямоугольник. Я складываю ткань лицевой стороной вовнутрь. С одной стороны у меня идет сгиб. Высота прямоугольника у меня равна 45 сантиметров. Если поделить пополам, то это будет высота шапки. 1 сантиметр я уже добавила на припуск. И ширина прямоугольника равна окружности головы, и минус 6 сантиметров я отняла. Я сделала шапку с небольшим запасом, так как на этот сезон у нас шапка уже есть, и чтобы эту мы могли поносить в следующем году. Если вы хотите, чтобы шапка была плотней, можете отнять 7 сантиметров. Рисую прямоугольник и вырезаю. Ткань у меня сложена вдвое, я ее скалываю иголками, чтобы она не смещалась. Теперь мне необходимо нарисовать выточки на ткани. С одной стороны, где сгиб, и с другой стороны, где срез, внизу и вверху, я рисую выточки. Отступаю от края 1,5 сантиметра и 7 сантиметров отступаю вниз и соединяю эти точки. Теперь складываю ткань вдвое, и мне необходимо срезать углы. Можно от руки нарисовать полукруг, либо приложить какой-то круглый предмет на ткань, на угол, и обрисовать его. Теперь срезаю углы, а также выточки внизу и вверху. И вот такая у меня уже получилась выкройка шапки.
Теперь я буду сшивать выточки посередине, внизу и вверху, а также по срезу шапки и по центральному заднему шву. Я оставлю небольшое отверстие для того, чтобы потом вывернуть шапку на лицевую сторону. Вот так у меня получилось. Теперь я скалываю иголками центральный срез шапки, совмещая швы. И теперь стачиваю этот срез на оверлоке внизу и вверху. После того, как я сшила все срезы, закрепляю оверлочную строчку, обрезаю нить, утюжу также все швы и выворачиваю шапку на лицевую сторону. И теперь вручную зашиваю отверстие, через которое выворачивала шапку. И вот такая у меня получилась шапка. Ее можно носить как с подворотом, так и без. Шапка мне показалась скучной, и я решила ее украсить. У меня осталась тесьма с помпонами. Я отрежу помпоны и пришью их к шапке. Также шапку можно украсить лампасом, либо какой-то яркой аппликацией. Thank you.
И вот такая у меня получилась замечательная шапка. Я надеюсь, что Саше она тоже понравится. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Будут вопросы, пишите в комментариях. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока!